В этом обзоре румпель для лодочных моторов Yamaha небольшой мощности, в том числе для популярных моделей 9,9-15 лошадиных сил. Это не оригинал от тайваньского бренда Omax. Под этой маркой в нашем магазине есть посты дистанционного управления, топливные фильтры и другие полезные вещи для оборудования лодки или катера. Интересен этот товар в первую очередь своей ценой. Она существенно отличается от цены за оригинальный румпель в сборе. Замена румпеля требуется не так уж и часто, но бывает, что изнашивается резиновая рукоятка, плохо работает фиксатор газа или кнопка аварийной остановки. Румпель укомплектован чекой аварийной остановки с металлическим карабином. Чека защелкивается четко, с усилием и без люфтов. Выполнено все, на мой взгляд, очень достойно, с соблюдением культуры производства. Как видите, производитель даже ставит логотип на свое изделие, а значит, не стремится выдать свой товар за оригинал, что тоже неплохой показатель. Для тех, кто румпель ни разу не разбирал, я дополню ролик этой простой процедурой. Как видите, сложного там ничего нет, а сама рукоять легко снимается. Хочу напомнить, что в нашем интернет-магазине много неоригинала для моторов Yamaha под брендом Omax, в том числе детали поршневой группы, прокладки, ремкомплекты и многое другое. Для того, чтобы его найти, просто забейте в строку поиска Omax и изучайте выдачу. Все запчасти снабжены фотографиями высокого качества для вашего удобства. Потому что мы любим свою работу и всегда рады видеть вас в наших магазинах.